Всем привет, с вами Shark Sim, и сегодня я вам покажу, как можно объединить две комнаты с разной высотой фундамента. Итак, мы с вами давайте приступим. В первую очередь мы строим комнату именно с помощью инструмента стена. Мы строим ее такую своеобразную, полукомнатой. Теперь мы ставим вот здесь небольшую комнату именно инструментом комната. Поднимаемся выше и ставим крышу. Да, крышу мы ставим именно на этом уровне, потому что в дальнейшем мы ее не сможем поставить, будет у нас небольшой конфликт. Все, крышу мы с вами поставили, и эту комнату, в принципе, мы можем удалять. Теперь нашу крышу мы расширяем на одну секцию, именно нашей стены. Так, теперь мы с вами берем инструмент комната и строим комнату на одну клеточку, отдалившись. Строим нашу комнату. Построили нашу комнату, и данную комнату мы теперь можем поднять на ту высоту, которую нам необходимо. Все, давайте я сразу сделаю у нас крылечко наше. Все, мы крылечко с вами сделали, и давайте сразу лесенки поставим, все это сразу подготовим, чтобы я вам могла показать, что наши симы могут везде ходить, и все у нас будет с вами тут хорошо. Поднимаемся выше тоже, давайте здесь сразу поставим мы крышу. Тут крышу нам хорошо ставить, здесь у нас все с вами есть. Все, мы с вами сейчас поставили крышу. Все, крыша у нас с вами здесь есть. И вот теперь у нас самое с вами начинается интересное. Вот так у нас все равно идет конфликт. Но если мы поставим стенку отдельно, возьмем ее инструментом переместить, она у нас полностью сюда становится, и никаких конфликтов у нас нет. Вот это самое интересное. Не знаю, может это баг такой, может еще что, но вот такая вот маленькая хитрость есть. И у нас автоматически комната, да, она у нас стала комнатой, полноценной комнатой, но единственное, что без пола. Но я думаю, это не проблема. И у нас ни снег сюда, ничего, как видите, не попадает, все хорошо, она полностью функционирует. Теперь давайте мы с вами поставим двери, окна и так далее, чтобы мы могли ее проверить, наш замечательный домик, как наша симка, там она у нас сейчас походит, подвигается и так далее. Так, что-то как-то я все красиво поставила, ну да ладно, я прям расстроилась. Давайте поставим какие-нибудь просто окошки стандартные такие. Вот, ставим вот окошки, добавили мы света с вами, и вот здесь вот вы можете удалить вот так стеночки и поставить сюда лесенку, задекорировать, как вам необходимо. Вот, допустим, у нас будет здесь такая вот широкая лесенка, и поставим, давайте мы с вами какие-нибудь столбики еще, вот вообще, чтобы было хорошо, красиво. И давайте мы сделаем фундамент, фундамент вот такой. Вот, как видите, здесь фундамент у нас с вами просвечивается, но мы с вами объединили две комнаты полностью, чтобы они у нас работали. И пол тоже вы можете положить здесь, как видите, ничего здесь страшного такого нету. Все работает, все очень даже красиво работает у нас. Мне кажется, что это просто замечательная такая у нас находочка, как это можно все объединить и сделать. И давайте наша симочка с вами теперь, с нами теперь сюда вот пройдет. Смотрите, полностью все работает, все, ну где-то там далеко, далеко-то далеко. Как видите, все работает, все замечательно, у нас такая вот получилась комната. Так что спасибо, что вы были со мной, ставим лайки и подписываемся на мой канал, и всем пока-пока!